Hasta luego, apa? Ya lah, jadi. Vine, bă, că te-ai urcat prin față. Мы и долетели до Анталии, добрались до Белека. Мы живем в Белеке. Гостиница называется Папилион Зе Угма или Цойгма, если по-немецки. Ой, я сходила в туалет, не заправилась тут. Непорядочек, непорядочек. Короче, девчуси, мы уже в гостинице, и пока чистенько. Надо вам сделать такое, как это называется по-модному, рум-тур, пожалуйста, комнатка нормальная, я хочу вам сказать, не маленькая, гардеробов, шкафчиков куча, там вот у нас ванная и туалет, давайте сразу же вам покажу ванную и туалет, посмотрите, сколько люкса, я просто балдю, я остаюсь здесь жить, все, решено, вот, смотрите, мне очень нравится вот эта вот фишка, два умывальника, представляете себе, вот дома бы такое иметь, дорого-богато выглядит, здесь у нас душевая кабинка, ванной у нас нету, кучу всякой всячины, каких-то шампуней. Вы знаете, вот эти шампуни только разве что, ну, домой забирать, как на память, потому что здесь я точно ими пользоваться не буду, что здесь красивенько так. И самое интересное, что цветок натуральный, это не искусственный. Вот, какой-то график, наверное, объясняют, что для чего, чем что мыть. И вот здесь вот за оградкой такой вот туалетик. Надо закрыть, ну, цивильненько так. Бывает иногда, что туалет вместе с душевой кабинкой, один купается, другой какает. Нет, так лучше, я уже решила. Так, значит, кроватки я вам, наверное, уже показала, да? Но это, наверное, номер, даже на троих можно. Вот там вот спит ребенок, здесь спит семейная пара. Так, и здесь у нас балкончик. Вот оно море. Любуйтесь и наслаждайтесь. Теперь я надеюсь, что всем понятно, почему я выбрала именно эту гостиницу. Потому что здесь сплошной густой лес. Посмотрите, сколько зелени. И воздух такой, ну просто потрясающий, чистый. Нету вот этого вот жаркого воздуха, как обычно на морях. Короче, мне нравится. Мы на 6-м этаже, то есть падать будет
больно, так что лучше не пробовать. Скоро уже ужин, у нас уже 4 часа, а мы еще ничего сегодня с утра не кушали, только водичку пили и кофе. Говорят, что на территории гостиницы есть какой-то фастфуд до 6 часов, а уже после 7 уже ужин получается. Не знаю, терпеть до ужина или пойти натрескаться пирожков. Есть цветы натуральные. Цветы натуральные, ну надо же. В общем-то, мне нравится. Вот плазмочка, еще вот такая вот кушетка, будто бы для хюрем султанша. Вот. Лежишь и балдишь. Вот так вот, вот. Слушайте, сюда же можно было вместе с мамой приехать. Вот Артёма бы уложили на кушетке, а маму вот там. Короче, место для всех есть. Ой, что здесь у нас за шторками? Это, наверное, чтобы солнце не мешало спать. Ну, это вид на море, получается, у меня. Вот. Ром с видом. Столик такой классный. У меня дома тоже такой есть. Мне очень нравятся вот такие вот столики. Можно лежать на диванчике и пить кофе. И ничего не разливать. Короче, Сочи. Все потрясно. Покамись все хорошо. Покамись жалоб нету. Посмотрим дальше. А то мы везде найдем к чему придраться. Вот картина какая-то такая зеленая. Вот, все. Телефон. И Дурин, который ищет Wi-Fi. Да, чаек, кстати, бесплатно все нам сказали. Мы спросили, водичка бесплатная или нет. Бывают гостиницы, в которых вода в номерах не бесплатна. А здесь бесплатно. В мини-баре у нас кола, пивасик. Ну, как всегда, Эфес. Что и следовало ожидать. Фанта, спрайт, Кока-Кола. Да. Привет, девчушки. Я сижу, пью холодный кофе. Дорин пьет пиво. Дорин сейчас скинул на... Дорин прикалывается. У нас в гостинице я чувствую себя просто как дома. Везде одни русские, везде одна русская речь. В общем-то, чувствую себя прекрасно. Вот, кстати, моя шапочка-панамочка, которую я заказала на Алиэкспрешке. Очень удобная, мягкая. У меня есть дома в Румынии несколько шляп таких соломенных, но они мне шею натирают. Смотрите, можно так, заходишь в море, допустим, оп, вот так. Шорты превращаются. Нет, джинсы превращаются. Джинсы превращаются в элегантные шорты. Вот. Видите, можно убрать вот так, чтобы шея загорала, а можно прикрывать шейку. Сделаю вам, ну это не рум-тур, а гостиница-тур. Сделаю вам тур, покажу, что у нас здесь и как у нас здесь. Расскажу про цены, расскажу про еду. В общем-то, обо всем по чуть-чуть. Сейчас просто так лень. Отдыхаю, как собачка на помойке. Взяла с собой несколько книг немецких, ну, для своего уровня. Но почему-то сегодня вообще учеба в голову не лезет. Хочу просто отдыхать. Лежать, как собачка на помойке, и отдыхать. Дорин тоже отдыхает. Мы уже проинспектировали. Прошлись по пляжу туда, в эту сторону и в ту сторону, зашли в соседнюю гостиницу, но вот у нас лучше, мне кажется, у нас лучше. Но я зайду во все, вот в каждый день в качестве тренажера для ног, это ж хорошо ходить по побережью, вот так вот по линии воды, да, по песку, мышцы качать. Вот в каждый день будем ходить и в каждый день будем высматривать тут, посещать в каждый день по одной гостинице. Круто.
Такой себе плейтинг сделала. У меня здесь морепродукты, рис. Обожаю, как турки варят рис. До такой степени рассыпчатый, нежирный, но вкусный, обалденный. Здесь у меня шпинат. И первый раз в жизни я буду кушать перепелку. Вот, оказывается, она такая маленькая, эта перепелочка. Жалко, убили птичку. Я смотрела фильм про Хюррем Султан. Помните, «Великолепный век» называется? И вот в фильме показывали, что Хюррем Султан очень любила перепелку. В итоге стала толстенькая, кругленькая. Я, наверное, тоже сюда приехала леди, а обратно буду колобком возвращаться. Сейчас у меня проблема. Я не знаю, как эту перепелку нужно кушать. Дурин сказал, надо брать руками ее. Наверное, ножик и вилка мне не понадобится для этого дела. Вот, и морепродукты в этом отеле очень-очень вкусные и разные. В каждый вечер что-то новенькое. Вот, приятного нам аппетита. И еще я очень люблю вот этот вот лаваш с каким-то творогом, что ли. Что-то такое тянучее посередке. Обалденно вкусное. Наверное, влияет на фигуру. Ах, да и ладно, 10 дней как-то пролетят. Помучаюсь как-нибудь с этой вкусной едой. А потом вернусь к мюнхенским будням. Буду худеть. Концерт какой-то будет здесь, возле бассейна. Вот мы и ждем. Разлеглись и ждем. На лежаках все ждут, и мы ждем. Короче, походили сейчас по рынку, ну, по базару турецкому. Раньше, года 4 назад, по-моему, когда я ездила в последний раз в Турцию с Дарином, мы ходили на базар и, помню, покупали ему футболки по 3 евро. То есть прям вот так вот, куча, 30 евро, 10 футболок, разные. Ну, нормальные такие мужские, обычные белые футболки. Ну, типа поло такие, с воротничком. А сейчас пошли на базар. Что-то у них случилось с лирой, да. Раньше 100 евро, за 100 евро нам давали 300 лир, а сейчас за 100 евро 600 лир дают. Но все очень сильно подорожало, просто катастрофически сильно подорожало, все дорого. Обычная футболка такая, с воротничком, опять же, стоит намного дороже, чем 4 года назад. Где-то 10-15 евро. На всех футболках написаны какие-то такие тяжелые бренды. Типа Armani или там Louis Vuitton, мы так ржали. Но самое интересное, что есть и такие дешманские штуки, которые в Германии можно за 3 евро купить, здесь по 15 продают. Вот мы и дожили, блин, покупаем подделки дороже, чем оригинал. Это вообще капец. Намечается какое-то шоу. И вот они мы с Дорином. Народ к разврату готов. Но не знаем, какой разврат будет. Говорят, шоу с спасателями. Будут кого-то спасать. Вот здесь вот у бассейна. Вот как у нас красиво чай подают. Смотрите. Вот здесь у меня мед. Вот мед. Упс, здесь у меня мята и лимончик. Здесь у меня печенюшки. Вот и.
Здесь у меня заварничек такой и кипяточек. Вот, и стандартный такой стаканчик турецкий на блюдце. Наливаем чефирчик и сверху водичку. И балдеем, балдеем. Вот, мы здесь на терраске. И посмотрите, какая у меня здесь красота, какой у нас вид сверху. Вот. Вот там у нас лобби, а вот здесь у нас этот ресторан, вот прям вот там вот напротив. Кстати, в 12 часов ночи, вот в том вот ресторане, где мы обедаем и ужинаем, опять подают жрачку. Ну, видать, для людей, которые только приехали. Но мы туда ходили. Вот такой бассейн у нас. Но это не единственный на нашей территории. Есть еще сзади гостиница. Пляж вот в ту сторону. Вот лежаки и сам пляж в ту сторону. Так, прям сзади ресторана у нас есть такой амфитеатр. Там, или вот там вот где-то. Там каждый вечер выступление. Сегодня вот возле бассейна будет какое-то мероприятие проводиться. Очень красивая территория, очень красивое место и просто прекрасная погода. И вот мой муж. И вот мой чай. И вот она я без мейка. Пока я тут вам рассказывала, пока я болтала, мне еще сахарку принесли, смотрите. Вот, красота-то какая. Вот. Коричневый сахар и белый сахар, белая смерть и коричневая смерть. Девочки, сахар я в чай не употребляю, но вот печенюшки я ем. Вот. Ну что ж, девчонки, давайте добро пожаловать ко мне на чай.